Привет, меня зовут Ирина, я иллюстратор, я родом с Украины, живу в Канаде. Сегодня я хочу поделиться с вами своим курсом «Домашние питомцы. Рисование в Procreate на iPad». Рисование в удовольствие – это мой девиз, потому что рисование приносит радость, удовлетворение, помогает при плохом настроении, приносит деньги, конечно же, приносит радость окружающим, когда вы рисуете что-то для них, а также помогает вам забыть обо всем на свете, часа на 2-3, а может и больше в день. Честно говоря, я обожаю Procreate за его разносторонность, то, что можно рисовать в нем в разных стилях, за огромную библиотеку кистей, потому что это тоже очень помогает при рисовании в разных стилях. И, конечно же, за обновления, которые там регулярно проходят и помогают в работе. Я очень люблю рисовать милых персонажей, которые светящиеся, жизнерадостные, позитивные, и хочу с вами поделиться своими методами рисования и некоторыми фишечками, которые я использую в рисовании своих работ. На курсе мы пройдем путь от эскизов до стилизации, отрисовки и конечному результату. Будет интересно, я покажу разные фишки. Рисовать будем 5 домашних питомцев, я выбрала самых популярных. Вот. Я уверена, что нарисовать их получится у каждого, поэтому приходите, я думаю, будет интересно. Вот. Жду вас на курсе.